Вот такая у нас сегодня погодка. Это у нас Олимпийский с правой стороны. Едем по улице 45-я параллель. Право Рогожникова пошла улица. Вот здесь у нас новостройки. Новые появляются. И сегодня проедем по 45-й параллели и потом повернем уже на проспект Российский, до улицы Тухачевского. Стройконтинент, вот отдел продаж. Так, здесь ограничение скорости 40 км в час, дорожные работы. Это остановочка по требованию. Поворачиваем на Российский. Здесь круговое движение. И вот туманчик наш. Вот он наш туманчик, Ставропольский. Ну, температура чуть поднялась, 11 градусов Цельсия. Вот здесь, смотрите, территорию такую красивую сделали. Смотрю, там дорожка тротуарная, деревья подсадили, фонари вот здесь есть. Вот такие навесы мне здесь нравятся, можно укрыться, когда дождь идет. Я вот сколько раз здесь проезжал, вот этого не видел, кстати. Так, впереди у нас улица Перспективная. Следующая будет Тухачевского. Это вот с левой стороны жилой комплекс. 1777. Про который меня спрашивали, где он находится. Он находится вот здесь, на Российском. Строит Югстройинвест. Все в тумане, все в тумане. Так, впереди у нас улица Перспективная. Ой, Перспективная. Заговорился. Тухачевского. Вот лужи еще остались. Это дождь же у нас был. Направление Ивана Щипакина. Западный обход. Тухачевская улица. Ну, где Ивана Щипакина, это вот просто-напросто немного проехать и влево повернуть. Там у нас находится сквер Героев России. Ну, в общем-то, мы что смотрим? Мы смотрим с вами улицу Тухачевского. И сейчас мы полностью по ней проедем. Ого, сколько нам ждать? 44 секунды. Ну, многие пишут, что надо вырезать, если вы стоите на светофорах. Ну, будем вырезать. Все, желтый загорелся. Я ж не просто так стою на светофорах. Я что-нибудь вам стараюсь рассказать. Так, и вот у нас улица Тухачевского. Это район Перспективный. Вот латочный ремонт сделали. Вот эти остановки, конечно, вот они мне не нравятся. Какие-то они некрасивые. С левой стороны торговый центр. Ю-Сити он называется. Ну вот школа уже видна, 45-я. Если к ней проехать, то это надо вот здесь повернуть. Направо. Так, ну здесь у нас гараж 3 был, так и остался. Это вот так вот сделали, потому что ливневку не сделали, когда надо было. И сделали вот такую ливневку. Вообще дорога такая уже подразбитая. Так, шоколадница. Ну вот право здесь гараж 2 был.
А вот там впереди был гараж один. Но названия уже поизменялись. Так, это маршрут. Вот, обратите внимание, с левой стороны красиво. Такие вот березочки у нас повырастали уже. Так, обгоним, наверное, автобус. Когда они там поедут, неизвестно. Это уже Рогожникова. Улица Рогожникова. Все, желтый загорелся. Если вправо поехать, там еще куча жилых комплексов. Ну, там детский садик есть. Вот аллеечка здесь такая красивая. Ели значительно подросли уже. Перспективный строил Югстройинвест. Пятерочка, ну, Пушкинский здесь. С левой стороны. А вот здесь гараж один был. Сейчас какая-то Филадельфия здесь. Роддом с левой стороны. Справа, если кто помнит, это школа Олимпийского резерва. Здесь две поликлиники. Третья вот детская. Вот туманчик, видите? И шестая. Ну, скажем так, взрослая. Впереди елочки. Круг на Пирогово. Ну, сейчас поедем. Там зеленый уже горит. И даже, я думаю, мы успеем. Вот здесь на углу рыбу продают. Вам об этом говорил. Так, это Пирогово уже. Вкусная и точка. В общем, это рынок Тухачевский. Так, слева афганский дом. Не успели. Постоим. Ну, здесь недолго ждать. Светофор работает для пешеходов 15 секунд. Вот рынок наш. Здесь салоны МТС. Цифроград там дальше будет. Так, загорается сейчас уже зеленый. И вот так туманчик, видите? Красота, обожаю туман, особенно летом. Всего Цифрограда здесь не стало. Убрали здесь павильончик. Ну, разные павильончики здесь. Городской рынок. Слева аптека круглосуточная. Влево проспект Ворошилова. Это вираж, станция технического обслуживания. Дальше заправка Роснефть. И за Роснефтью, если повернуть, там у нас торговый центр Москва. Там еще все строят, 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 но все никак не достроят. АТС. Вот здесь на углу спрашивали, что здесь стало. Здесь стала спорт-арена. Ледовый каток здесь, короче. Красивая территория, очень красивая территория здесь стала. Раньше, я вам говорил, здесь оптовый рынок был. За спорт-ареной там тренажеры, теннисный там корт, там футбольное поле, волейбольное поле. Все это очень красиво, значит, будет время, пройду с камеры, покажу еще раз. Это у нас уже улица 50 лет в ЛКСМ. Ну, слева считается район Тухачевский. Здесь общежитие. Потом вот бассейны. Вот так каштан у нас цветет.
вообще-то можно мне и в ту полосу перестроиться. Что-то здесь так тихо едут. И впереди улица Доваторцев. Вот латочный ремонт. Сделали в городе, как и обещали, до 1 мая. И, кстати, еще в городе не сделали латочный ремонт. У нас во дворе за 3 дня сделали, короче, такой латочный ремонт. Очень быстро. Ну, я скажу, даже качественно. И не только в нашем дворе. По поводу уборки. Юго-западный район убирается. Может, другие районы какие-то не убираются. Ну, слава богу, что здесь не стало все-таки этой машины, которая зудела в 7 часов утра, когда я спать хотел. Так, это у нас вот Космонавтов район.